Глава 15. Москва, 1918. Кудеяров лег в госпиталь на следующий день. Официальным диагнозом было обострение панкреатита. На главного врача Смирнова это произвело сильное впечатление. Люди уровня Кудеярова теперь уж не попадали в лечебницы для рядовых граждан. У них имелась своя закрытая солдатенковская больница, где было совсем другое обслуживание, питание, лечение. Разумеется, Григорию Всеволодовичу предоставили отдельную удобную палату. Смирнов распорядился белье менять каждый день, доставлять горячую еду в кастрюльках и в специальной столовой, где сам он питался. Фельдшерица Аграфена Чирик, высокая коренастая барышня, сорока с лишним лет, не уходила домой из больницы сутками. Ее магнитом тянуло к палате Кудеярова. Лицо ее широкое, белое от пудры, как театральная маска с темными дугами бровей и алой полоской помады, то и дело маячило в дверном проеме. Она умоляла Михаила Владимировича поручить ей все процедуры и огорчалась до слез, когда помощь ее не требовалась. «Гриша!» Ты утомляешь глаза. Давай я буду читать тебе вслух. Не стоит груши, я сам. Читал он много, но вовсе не труды Маркса и Ленина, не газеты «Правда», «Известия», «Вестник чекиста». На тумбочке у кровати лежали стрепанные тонкие книжки в серых бумажных обложках, номера эзотерического альмонаха «Оттуда» за 1914 год, солидный том энциклопедии оккультизма Григория Мёбиса, 1912 года издания, а также брошюры разных неизвестных авторов «Практическая магия», «Камень твердыни света», «Космос», «Градус Эрс». А графена Чирик замирала у стены, скрестив на высокой груди руки, трагически шмыгала носом. «Гриша, тут дышать нечем, я открою окно». «Хорошо, открой». «Гриша, тебя просквозит, я закрою окно». «Закрой». «Гриша, я связала тебе носки. Почему ты их не надеваешь? Они валяются под кроватью. Ты хотя бы примерь». Примерял. Шерсть колючая. Ноги чешутся. «Какой ты капризный, Гриша! Изволь, я свяжу другие из самой мягкой кроличьей шерсти. У меня как раз осталось несколько клубочков». «Ладно, свяжи». «Ты будешь их носить? Обещаешь?» «Обещаю, буду носить». «Гриша, ты совсем зарос. Позволь, я побрею тебя». «Груша, дорогая моя, милая груша, я могу побриться сам», — сквозь зубы рычал Кудеяров. «Гриша, ты так жесток, ты вовсе не любишь меня, я ради тебя пожертвовала всем, и вот благодарность», — шептала Аграфена, и слезы текли по напудренным щекам, оставляя ровные дорожки. «Груша, клянусь, я тебе очень благодарен». «Правда?» «Гриша, нет, я все-таки побрею тебя, подстригу ногти, взобью подушку, подам судно», «Груши! Ничего не надо!» «Да почему же не надо?» Однажды вмешался профессор. «Бессудно, вы, разумеется, можете обойтись, а вот помочиться в баночку извольте». Михаил Владимирович внушал чекисту, что перед введением препарата необходимо провести полное обследование, анализы, рентгеновские снимки. Профессор не знал, успел ли Кудеяров побывать на ковре у Петерса, однако, судя по вальяжному спокойствию Пети и самого Кудеярова, дела у них шли не так уж скверно. «Времени теперь довольно», — сказал чекист. «Недели две точно. Так что не спешите, не волнуйтесь, делайте все необходимое». «А вы сами разве не волнуетесь?» — спросил Михаил Владимирович. «Я не могу себе этого позволить». Я знаю, что малейшее сомнение в успехе мне навредит. Пожалуй, вы правы, но вы отдаете себе отчет, что вам придется полностью изменить образ жизни. Ни капли спиртного, строжайшая диета, сон не менее десяти часов в сутки. Разумеется, не надо считать меня профаном, профессор. Я знаю не меньше вашего. Я изучал труды великих адептов, Арнольда из Вилановы, Николя Фламеля, Василия Валентина. Мне известно, что такое герметическое озарение и какой аскезы требует этот путь. Святая цель адепта – преодолеть первородный грех, из-за которого человек стал смертным. И, кстати, когда вы сказали о том, что это глист, я ничуть не удивился. Я ждал чего-то в таком роде. Червь, змей. Подобное лечится подобным. Если желаешь найти выход, ищи вход. Змей соблазнил Адама и Еву, стало быть, через змея лежит путь к спасению. Да вы, Григорий Селыч, никак не профан, вы настоящий философ. Думаю, вливание лучше всего произвести в полнолуние. С пятницы на субботу ровно в полночь. Будет благоприятное расположение светил. Надеюсь, вы, профессор, не станете отрицать значение астрологического аспекта? Конечно, не стану. Расположение светил – это очень важно. Кудеяров был бледен, хмур, глубоко сосредоточен. До пятницы осталось три дня. Товарищ Смирнов ходил на цыпочках, заглядывал в палату как святилище, с Михаилом Владимировичем говорил тихо, почтительно, не поднимая глаз. Одно дело, когда профессора возили Надом к высокопоставленным большевикам, и совсем другое, когда такой крупный чекист, как товарищ Кудеяров, самолично лег во вверенную товарищу Смирнову больницу. это сразу поднимало статус заведения и самого товарища Смирнова. Михаил Владимирович не применил воспользоваться изумлением и трепетом главного врача. Лазарет получил несколько партий лекарств, инструментов, шовных и перевязочных материалов, и почти ничего не исчезло. Профессор пугал Смирнова комиссиями, инспекциями, не давал ему успокоиться и начал потихоньку хлопотать об увольнении за вхоза до брюхи. Петя навещал своего приятеля каждый вечер. Они шептались о чем-то. Однажды Таня оказалась рядом и заметила, что Кадияров через лупу разглядывает какие-то документы. «Похоже на дореволюционные паспорта», — сказала она Михаилу Владимировичу. «Наверное, ты прав. Эти двое собираются удрать за границу». «Отлично. Я рад за них», в пятницу утром, заглянув в палату, Михаил Владимирович увидел, что больной держит на коленях раскрытую жестяную коробку из-под печенья. Внутри на черном бархате лежала изящная статуэтка пеликана, отлитая из темного металла. Небольшой костяной кинжал с пятиконечной звездой на рукояти, какие-то ключи, брелоки, миниатюрные молоточки и нечто, напоминающее нижнюю челюсть человеческого черепа. «Необходимо, чтобы эти предметы находились со мной рядом», когда вы будете производить вливание», — спокойно пояснил Кудеяров. Михаил Владимирович не возражал. «И еще у меня к вам просьба, профессор». «Как-нибудь убедите фельдшерицу Чирик уйти домой хотя бы на одну ночь». «Нет уж, Григорий Всеволодович, я не возьмусь, увольте. Это только вам по силам». Вечером, часам к девяти, явился Петя. Красный, потный, он пронесся по коридору, влетел в палату, ни с кем не здоровая, захлопнул дверь. Минут через десять в палату сунулась Аграфена и тут же выскочила, как ошпаренная. «Я только хотела попрощаться, пожелать спокойной ночи!» — схлипывала она в ординаторской. «Я ухожу домой спать, которые сутки уж на ногах ради него, а он на меня кричит грубо, матерно!» Петя покинул палату через полчаса, сильно хлопнув дверью заглянул в ординаторскую, вызвал Михаила Владимировича в коридор, сопя, пряча глаза, спросил. «Как долго он должен будет лежать потом, после этой вашей процедуры?» «Не знаю. Все зависит от индивидуальной реакции организма. Но в любом случае не меньше недели он должен оставаться под наблюдением». «Черт!» — крикнул Петя и болезненно сморщился. «Слушайте, а быстрее нельзя?» «Нет, нельзя. Я объяснял ему и вам». Впрочем, еще не поздно отказаться. Григорий Всеволодович может уйти хоть всю минуту. Петя метнулся назад к палате, прошел несколько шагов, но остановился, махнул рукой, злобно выругался и ушел прочь, не попрощавшись. К одиннадцати стало тихо. Больница засыпала. В палатах гасили лампы. В приемном отделении дремал за столом дежурный. Ночные санитары играли в дурачки. Михаил Владимирович вышел во двор, из-за того, что Москва погружалась во мрак, ясными ночами звезды казались ярче. Такие звезды бывают только за городом, над чистым полем, над лесом. Полная розовая луна висела над головой. Михаил Владимировичу всегда чудилось в ней одно и то же милое женское лицо — Луна для него была похожа на няню, а Авдотью Борисовну, конечно, не теперешнюю высохшую старушку, а какой она была когда-то в его детстве. Круглые щеки, платок надвинут на лоб, улыбка особенная, таинственная, шепот, как шорох ночных листьев. «Сказку тебе, Мишенька? Ну так и быть, слушай». Михаил Владимирович вдохнул полной грудью чистый ночной воздух. Часов у него не было, однако время он отлично чувствовал. Без двадцати минут полночь. Пора. В вестибюле его встретила Таня. «Папа, ты куда пропал? Чекист беснуется». «Ничего, подождет. Ступай в процедурную и приготовь капельницу с изотоническим раствором». «Подожди», — Таня схватила его за руку. «Ты можешь ответить мне на один вопрос, только не сердись, пожалуйста». «Хорошо, Танечка, постараюсь». Я точно знаю, что ты ввел препарат Лидии Петровне. Я почти уверена, что Исаула ты тоже спас именно таким образом. Неужели ты собираешься сделать вливание Кудеярову? Умница ты моя! Михаил Владимирович тихо рассмеялся и погладил Таню по голове. Зачем ты задаешь вопросы, если сама все знаешь? Папа, ты с ума сошел? Не делай этого. Очень тебя прошу. Ты потом не простишь себе. Разумеется, не прощу. Я все-таки врач, а не убийца. Если ты будешь вводить препарат ворам и убийцам, ты станешь как они. Неужели ты не понимаешь, стоит только начать, и они все захотят. Это не удастся сохранить в секрете. Представь, что получится, повалит толпа чекистов, комиссаров, их жен, любовниц, родственников. Тебе будут грозить револьвером, подвалом лубянки, пытками, и ты никому отказать не сумеешь. Да, мне это снится иногда. Один из постоянных моих ночных кошмаров в последнее время и ты намерен превратить этот кошмар в реальность? Честное слово, лучше бы комиссар Шевцов перебил все твои склянки, лучше бы ничего не осталось от этих проклятых цист. Она не кричала, но голос ее дрожал, глаза светились в полумраке, казались огромными и невероятно синими. Михаил Владимир обнял ее, поцеловал макушку, прошептал. Вроде бы взрослая, разумная, замужняя дама, сильный самостоятельный человек, так мудро воспитываешь Мишеньку, уже неплохо знаешь медицину. Ну, успокойся, посмотри на меня». Он достал платок, вытер ей слезы. Несколько секунд она молчала, шмыгала носом, хлопала мокрыми ресницами, наконец, чуть слышно произнесла. «Да, папа, я поняла. Капельницу с изотоническим раствором». Электричества в больнице ночами давно уж не было. В палате чекиста горели три керосиновые лампы, но кроме того на тумбочке стоял подсвечник в виде черепа и в нем толстая церковная свеча. Кудеяров лежал, скрестив руки на груди. В одном кулаке он сжимал статуэтку пеликана, в другом костяной кинжал со звездой. Остальные магические предметы были разложены на подоконнике. Койка стояла как раз напротив окна, и луна смотрела прямо в лицо Кудеярова. «Я готов, профессор», сказал он, не поворачивая головы. «Хорошо, Григорий Всеволодович, только вы вот эти ваши важные предметы пока на тумбочку положите, руки должны быть свободны». Кудеяров неохотно приподнялся, покосился на профессора, пеликана поцеловал в клюв, в звезду на рукояти кинжала приложил колбу и быстро прошептал что-то. Михаил Владимирович тактично отвернулся. «Пошла Таня». В руках у нее была банка капельницы профессор незаметно подмигнул ей таня закрепила банку на штативе у кровати Кудеяров осторожно повернул голову искоса взглянул на мутную жидкость банки и хрипло спросил все теперь можно начинать к сожалению пока нельзя как нельзя до полуночи семь минут в чем дело я не говорил вам но мне казалось вы достаточно умны чтобы понимать такие вещи без слов профессор грустно вздохнул Боюсь, ничего у нас не получится. За окном послышался звук мотора. Свет фар мягко скользнул по стеклу открытой створки по стене. Таня выглянула в окно, подошла к Михаилу Владимировичу, тронула его за руку и испуганно прошептала. Папа, ступай, Таня, тебе пока рано присутствовать, сказал Михаил Владимирович, ступай в ординаторскую, ты нам мешаешь. Она растерянно кивнула и вышла, бесшумно прикрыв дверь. Звук мотора за окном затих. «Ну, теперь уж можно?» — спросил Кудеяров. «Нет». «Три минуты до полуночи. Что происходит?» «Григорий Всеволодович, я чувствую непреодолимое препятствие. Я чувствую холод где-то здесь, в районе вашей головы». «Я не понимаю!» — отчаянно крикнул Кудеяров. «Какой холод! Начинайте сию секунду!» «У вас под подушкой холодный металл», — произнес профессор страшным шепотом. Он символизирует нечто обратное тому, что мы с вами намерены делать. Металл излучает смерть. Смотрите, луна уходит, ваш пеликан темнеет, в растворе появляется серый осадок. Не дожидаясь, пока чекист опомнится, Михаил Владимирович сунул руку под подушку, вытащил револьвер и быстро спрятал его в карман халата. Ну вот, теперь все в порядке, теперь можно начинать. Раздался далекий бой кремлевских курантов – Вслед за первым ударом в палате вспыхнуло электричество. Сапоги затопали по коридору. Дверь распахнулась. Сквозняком задуло свечу. Вошел молодой человек в кожаной куртке и кепке, надвинутой до бровей. «Добрый вечер, товарищи, не помешал?» Он был маленький, полноватый, с лихим светлым чубом из подкожного козырька. Конечно, явился он не один, остальных пока оставил за дверью. «Где-то я его уже видел», — подумал Михаил Владимирович. «Странная манера не снимать головной убор в помещении». «Здорово, Фима», — сказал Кудеяров. «Рад, что ты навестил меня, хоть и поздновато, ночь уже. А я все равно рад. Проходи, присаживайся». Надо отдать ему должное, он сохранял поразительное спокойствие. Лишь слегка побледнел, но улыбался гостю, как радушный хозяин. «Фима», — вспомнил профессор, — «тот самый, что приезжал брать моего комиссара. Он допрашивал меня. Эрнст — его фамилия. — Что, Григорий Всеволодович, прихворнули? — Как самочувствие? — спросил Фима с ответной добродушной улыбкой. — Ничего, Фима, спасибо, теперь уж лучше. — Вот, товарищ профессор лечит меня. У нас как раз в данный момент важная процедура. Ты бы обождал в коридоре. Он говорил тихо, медленно, а рука его, между тем, незаметно нырнула под подушку. Фима мгновенно выхватил из расстегнутой кобуры Маузер и скомандовал встать, руки за голову. Тут Кудияров вспомнил, что вкрадчивый его жест был напрасен, бешено покосился на профессора и ловким ударом в ноги толкнул железный штатив капельницы. Тяжелая конструкция качнулась, стала падать и готова была обрушиться на голову Фиме, но профессор успел задержать падение перехватил статив, отодвинул его подальше от койки, аккуратно поставил и достал из кармана револьвер. «Не волнуйтесь, господин Эрст, вот его оружие, возьмите». «Премного вам благодарен, товарищ Свешников», — кивнул Фима и взял револьвер. «Гражданин Кудеяров, вы арестованы». Тут вошли еще двое, Кудеярова подняли, скрутили. Спокойствие изменило ему, он кричал и матерился так, что разбудил весь лазарет.